В Вилючинске начали благоустройство центральной улицы города. Сейчас на Вилючинском проспекте ведется замена инженерных сетей. Далее будут обновлены тротуары, установлены ограждения и автобусные остановки. Сделаны детские площадки и места для отдыха. По инициативе жителей на базе библиотеки уже появилось современное коворкинг-пространство. Проект состоит из 4 этапов и рассчитан на несколько лет. Ход работ накануне оценили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Для Вилючинска первый такого масштаба проекта был государство за подарки. Даже десятилетия. Да, десятилетия совершенно вот. Верно. И самое главное, что в нем активно вовлечены сами жители. Срок окончания к 1 ноября. Что будет делаться? Делаться от Приморской 16 до Кронштадтской 1 благоустройство территории, где будут малые архитектурные формы, будет велосипедная дорожка, детские площадки, зоны отдыха. Должно получиться красиво, я очень на это надеюсь. На втором этапе благоустройства в городе работы начнутся у домов 2, 4 и 6 на улице Победы, затем в районе автостанции. Полностью проект планируют завершить в 2024 году. Напомним, план комплексного благоустройства в Вилючинске в прошлом году стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. Федеральный грант составил 70 миллионов рублей. Еще 90 выделили из краевого бюджета.